Салам алейкум, дорогие друзья! Сегодня наши сподвижники добра совместно с фондом Али Хаджа Акушинского провели вот такую добрую акцию. Посадили деревья Павлонии в этой парковой зоне, чтобы наши горожане приходили сюда и отдыхали, иншаллах, спокойно. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Сегодня такое прекрасное мероприятие. Вот с Мухаммадом Расулом, с другими братьями собрались. И хотелось бы сказать, объединялись. Самое главное, чтобы между нами объединение и любовь ради Аллаха было. Огромное баркала Абдуле и всем тем людям, которые причастны к данному мероприятию. Мира, добра и благополучия.